Так. Гармонь тульская, четырехголосная. Как я уже говорил, я вам ее показываю. Значит, внешний вид повернули, вы видели, угол был скованный, все восстановили, здесь выставили кнопки, выставили ремень, вот такой вот был. Это вот в честь Великой Победы дарю ремень, ставлю сюда кожаный, чисто тульский, фабричный. Слава нашим ветеранам, дай Бог им всем здоровья. Я ими горжусь. А вот гармонь такая вот именно как раз подходит к 9 мая. Поэтому могу продемонстрировать после настройки. Слушайте внимательно. Полутона. Гармонь для мажора. Это три голоса. Сзади вот регистр. Переключаю на 4 голоса. Полутона. Очень красиво. Звук яркий, красивый. Слушаем бас. Вспомогательный ряд. Минорный ряд. Допустим, казаки. На три голоса переключаетесь. Вот. Это три голоса. Делаем, значит, переключаем на 4 голоса. Спасибо, гармонь очень красивая. Внешне как новая стала, красивая, мех обработанный, все супер смотрится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будем продолжать радовать вас новыми выпусками про гармонь. Ремонт, реставрация, настройка. Обращайтесь.